Здравствуйте, мы настоящие мужчины. Мы настоящие мужчины. Валя, закрывай глаза и вытаскивай любой предмет. Угадаешь, что это или нет? Вот она, что это? Я так понимаю, что это пудра, насколько я могу судить чисто вне. Нет, пудра? Нет? Не пудра? Похоже на пудру. Пудра обычно что? Пудра что-то? Пудрят носик? Это не пудра? Это не пудра, а что это? Это крем для лица, насколько я понимаю. Тональный крем. Крем? Судя по... Это крем тональный, нет? Да? Тональный крем. Тонован, я так понимаю, кремом. Так вы же делаете это, да? Я надеюсь, что там будет кошелек. Это какой-то крем. Крем для лица. Это увлажнитель! Увлажнитель. Есть такой вообще? Тут для лица. Я пользуюсь кремом для лица. Иногда. Пользуемся кремом. После тональника. Вот. Вот он. Наш спаситель. Фломастер. Это фломастер. Я понимаю, что это для ресниц. Не факт. А может быть для бровей. Что бы это значило? Лак для ногтей. Что-нибудь интересное. Форма хочется. О! Кто-то работает клоуном. Это нос. Стопудово это нос для клоуна. Как будто до свидания сегодня повезет. Слушайте, это реально тяжело. Это я понял. Я понял, сюда макают в пудру и наносят щечку. Макают другой стороны, вот это самое. И что тогда вот это? Вот так. Здесь осталось. Это карандаш для. Карандаш для губ. А такие бывают, что ли? Берешь и там. Не, ну для губ там есть это, помада, сейчас мы найдем. Ну, помада это одно дело. То есть помада это, так сказать. Подожди, а есть. Один даешь есть, окантовку. Да, для губ. Последний. Я? Ну, потому что это кепка. Это. Ну, я думаю, что это. Опять что-то типа крема тонального. Ага. Или это тональный крем. Тональный крем, я же говорю, да, вот нажимается. Этот крем наносится на твердые участки тела, а этот на мягкие. Щеки. На пятки. Что это? Консилер